Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян собирается направить в Армению 15-20 миллиардов в рамках проекта «Будущая Армения». В интервью агентству «Спутник» Варданян сообщил, что за 20 лет он с партнерами реализовал в Армении и Нагорном Карабахе порядка 700 проектов на 700 миллионов долларов. Однако Варданян сетует, что этого мало, и в будущую Армению надо перекачать еще порядка 20 миллиардов. А как же будущая Россия? Почему никто не регулирует армянскую диаспору, которая потребляет огромные финансовые потоки в России и перенаправляет их в Армению?